Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. В этом выпуске основное за неделю. Крик и Уралхим подписали мировое соглашение. Компании судились по поводу более чем 300-миллионного кредита, который ипотечная корпорация взяла у предприятия 2 года назад. Арбитражный суд в июне удовлетворил иск Уралхима, постановил взыскать с Крика почти 390 миллионов рублей основного долга, процентов и неустойки. Решение было обжаловано, но еще до рассмотрения в следующей инстанции стороны заключили мировое соглашение. Корпорация должна каждый месяц перечислять по 24 миллиона рублей и рассчитаться к весне 2019 года. Претензии к Крику, полностью принадлежащему Кировской области, имеют также Кировский ССК, Вятка-на-Дым, Гражданремстрой и АИЖК. Экономика. 3000 кировчан заплатят повышенный налог на землю. Всего уплатить налог за прошлый год должны 263 тысячи физических лиц. 10 тысяч из них – льготники, 3 тысячи получили уведомления с суммами, начисленными с повышающим коэффициентом. Например, это обладатель участков для индивидуального жилищного строительства. В 2 раза выше налог для объектов, которые проектируются и строятся более 10 лет. То же самое касается участков, на которых находятся незарегистрированные здания. Если завершить в течение 3 лет строительство и зарегистрировать права на новый дом, налог вернется к обычному значению, а излишне уплаченные суммы вернут налогоплательщику или зачтут в счет будущих периодов. В противном случае налог вырастет уже не в 2, а в 4 раза. Экономика на 101 FM. Силворд оценили в 220 миллионов. Конкурсный управляющий комбинатом силикатных строительных материалов опубликовал отчеты об инвентаризации имущества. 30 объектов недвижимости оцениваются в 87 миллионов рублей, оборудование в 130, транспорт в 1,5. Отдельная инвентаризованная дебиторская задолженность завода, ее размер превышает 3 миллиона рублей. В числе тех, кому задолжал завод, 15 организаций. В феврале по иску Угловского известкового комбината завод Силворд был признан банкротом. На полгода там введена процедура конкурсного производства. Программа «Экономика». К другим новостям, торговля оправляется после кризиса, так считают в Кировстате. Там отмечают, что впервые за 2,5 года оборот розничной торговли начал увеличиваться. В сентябре он достиг 5% к сентябрю прошлого года. В среднем каждый житель области с января по сентябрь потратил 105 тысяч рублей. По этому показателю Кировская область 9-я среди регионов Приволжского округа. Между Удмуртией там 106 тысяч и Ульяновской областью 102,5. Экономика на 101 FM. На заводе 1 мая введено конкурсное производство. Такое решение принял арбитражный суд. Ликвидационная процедура будет длиться 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначено на 26 апреля следующего года. С января прошлого года Кировское машиностроительное предприятие находилось в процедуре внешнего управления. За это время восстановить платежеспособность не удалось. Задолженность предприятия выросла. Экономика. У предпринимателя арестовали «Мерседес» и «Лексус». Приставы сделали это за долги. Их сумма у индивидуального предпринимателя составила почти 4,5 миллиона рублей. Ее начислили после проверки в 2015 году, когда выяснилось, что он неправомерно применял ЕНВД. После решения суда о банкротстве предпринимателя тот погасил основную часть долга. Для выплаты остатка приставы арестовали «Лексус» и «Мерседес» предпринимателя. Их продажи должник ждать не стал, заплатил всю сумму и исполнительский сбор 340 тысяч. Программа «Экономика». Коротко несколько цифр напоследок. 5 лет тюрьмы получил начальник подразделения «Просто деньги», который присвоил 4 миллиона рублей, принятых от клиента. Более 2 миллионов рублей готово потратить правительство на новый автомобиль, предположительно, Toyota Camry Lux. 200-рублевые купюры к концу года должны появиться в Кировской области, как и купюры номиналом 2000 рублей. В завершение о валютах. Доллар сегодня 58 рублей 9 копеек, евро 67,68. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.